вечная мерзлота и безнадежность, поиски будущего среди осколков прошлого. И речь идет о серии игр в метро, с которой каждый, наверное, знаком. Я же впервые играл в метро Last Light. Подключал ноутбук к телевизору по HDMI и опускался в подземку с Аней. А у тебя ничего, реакция нормальная. Так, подземка — это некие катакомбы метро. Тоннели, которые скрыли 40 тысяч выживших людей от ядерной гибели и дали новую среду для обитания. Метро 2033, где люди вынуждены жить по-новому. Артём зовут главного героя, который три части игры, вплоть до метро Exodus, показывает нам свою непростую историю жизни в метро. Оказывается, жизнь мутировала на поверхность. То есть, на Земле, где раньше жили люди, воздух отравлен и породил новых тварей-мутантов, которых надо отстреливать на пути. И помогать в этом Артему будут не только корыстные люди, но и, к примеру, Хан. Артём! Артём, просыпайся! Артём, это я, Хан! Интересный, необычный персонаж, который вносит в игру свои нотки ненормального и непривычного видения мира. Если вы проходили игру Metro Last Light или Metro 2033, этот персонаж вам по-любому запомнится. Новая часть игры Metro Awakening как раз и расскажет нам историю Хана. Игра выходит 7 ноября и будет доступна в Steam VR, Oculus VR, но сделана наконец-то именно для VR. Metro Awakening нам покажет историю Хана, философа, настоящего путешественника тоннелей метро. При встрече с Артемом он еще в поисках. В поисках пропавшей жены Яны. Он уже смирился, что больше ее не увидит. Есть у них такой генерал Корбут, и он сейчас полностью. I can hear you in there. На дворе 2028 год. Прошло 15 лет с тех пор, как мир был охвачен ядерным пожаром. Сердар, а именно так звучит настоящее имя Хана и его жена Яна, обосновались на станции Академическая. Но когда Яна исчезает, следуя голосам травматического прошлого, влекущим ее в глубже и глубже в темноту, в зловещие тоннели, Сердар должен последовать за ней. Именно так звучит описание истории Хана из интернет-источников. Лично я не вдаюсь в подробности истории. Знаю ее поверхностно. И интересует меня в игре атмосфера заброшки. Возможность прикоснуться к этому. Ощутить этот мир постапокалипсис приключений. Так что будем ждать. Так что я поиграл. Увидимся на стримах. Through the side passages, but they can't hold the south entrance. We've got to do something.
Sirdar, Kuzmich, follow Sergei. Make your way to the south entrance. Use an explosive to blow it up. Okay, got that. Let's go. Shit! Ah!